Константиновича. Шибко долго он в программе держал эту песенку, а мы запевали с Кондратом Юрием Григорьевичем. До той степени однажды ему сказал, говорю, Михаил Константинович, да сколь можно? Нет ничего вам такой, нет ничего, это хорошая песенка, да ты что? Запев отличный. Но когда вот это хоровые вот эти все пошли, это, и говорит, не дышите вот воздух, не набирайте вовремя, чтобы все в разнобой. А как все воздух начнут набирать, обязательно это остановится. А он не терпел это. И вот, значит, песенка-то хорошая такая. Зелеными просторами. Я вторую партию сейчас. Легла моя страна на все четыре стороны. Раскинулась она. И хор. А над ней остальные соколы. И день и ночь парят. И огни ее высокие. Над всей землей горят, и огни ее высокие, над всей землей. А он этот не терпел, этот воздух, когда набирается. Нет, говорит, он в разнобой еще. А первая-то партия. Зелеными просторами отлегла, легла моя страна на все четыре стороны. Раскинулась она. Так, нормально. Надо отметить. А я дома. А то у меня не дом-то не зайдут, что ли? Ну, ладно.